Добрый день, дорогие наши телезрители. Большое спасибо, что вы остались с нами и смотрите летний эфир. Следующий гость, вы заметили, мы сразу же пригласили до эфира, это Афанасий Афанасьев, заслуженный артист Российской Федерации Республики Саха-Якутия, а также член Союза театральных деятелей России. Не каждый человек такое может получить. Конечно. Добрый день. Добрый день еще раз. Можно спасибо. Стоя сразу Да, же, конечно. Мы уже засиделись, вам сделали массаж. Очень хороший массаж. У меня прямо, я вот в форме, да, после такого массажа хочешь двигаться. Двигаться. Да. Я чувствую, это был тонкий намек. Значит, что-то будет. Давайте что мы должны сделать? Давайте я вас попрошу. Ну, посмотрите, я для здравствуйте, телезрители. Uh-huh. Давайте посмотрите, я вам покажу немножко маленькие, ну, ретро-танцы. Ретро-танцы. То есть мы что-то должны делать? Конечно, вы должны двигаться. А может, посмотреть. Нужна помощь еще? Конечно, обязательно. Молодые давайте я люди свою могут. Поддержку. Прошу вас. Сейчас лето, скоро национальные праздники, надо двигаться. А как мы должны стать правильно? Ну, в шахматном порядке. Шахматом, хоть да? Как. Свободно ага. Двигайтесь, включайте музыку, и мы сейчас включайте летку-енку. Это финский танец такой. Финский танец, да? Так, мне, наверное, папа. Опа. О, господи. Ну, посмотрите. Но я вижу ваши ботинки, да, они прикольные. Вот купил новые туфли. Давайте я буду повторять. Назад. Побежали. И раз, два. Летка, енка. Вот вперед, назад. Все. Побежали. Раз, два. Спасибо. Без репетиции, импровизация. Спасибо. Афанасий не предупреждал. Да. Дальше давайте танцуем мы мамбо. 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 Это такой американский. Американские негры танцевали на улицах. Мамбо афроамериканцы. Такой, американский. Давайте похлопаем. Похлопаем. Танцуем, улыбаемся и танцуем. Четыре вперед, четыре назад, делаем шаги. Потом в сторону. Правой ногой. Назад, правой ногой. Вперед, правой ногой. Молодцы. Афанасий, я сейчас знаю. В сторону, по два. А, по два, хорошо. Да, молодцы, давайте. Молодец я, давай, по-моему. Давай. Как успеваю, так успеваю, да, Афанасий. Строго не судите. Сначала поедем. Вперед. Назад, правой. Вперед. Назад. Спасибо большое. Сложно? Дальше танцуем. Давайте. А, еще что ли? Давайте дальше. Ну, я думаю, предпоследний. Шейк. Английский, знаешь, шейк. Давайте. Поехали. Хлопаем. Хлопаем. Сейчас правая нога Афанасий вперед. И будем не дает стоять руку. Просто. Давайте сделаем позу. Оп, два, три, четыре, пять. И другая левая нога. Оу. Правая нога. Шейк. Английский шейк. Очень простые движения. Молодцы. Сейчас 4 шага в сторону с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Правой левой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И еще раз крутим. А что мы крутим? Мы мясорубку крутим. Мясорубку? Да. И еще сильнее крутим. Шейк. Все. Пам. Мы завершили, да? Еще надо? Я думаю, достаточно. Слава пока достаточно. Спасибо, надо спасибо хотя бы большое. Поговорить. Давайте. Танцы это хорошо, потому что да. У нас летний эфир. Надо двигаться, конечно. Сжигать калории. Обязательно. Сжигать калории. Вы очень в хорошей форме находитесь, Катя. Вы очень хорошо двигаетесь. Я чувствую, вы что-то хотите тоже показать мне. Это мастер-класс будет. Вот мастер-класс это флешмоб. Ну, например, да, вот это флешмоб, это в разных вот клубах, юбилеях, корпоративах. Вот можно вот такие маленькие, такие простые движения можно сделать. Все встать празднично, не то сидеть, прийти, кушать, да, а нужно двигаться, радоваться. Весь вечер вот такие вот танцы. Я чувствую, вы хотите мне показать фуэте. Фуэте – это такой балетный термин, да, балетный классического, термин классического балета. Это делается без остановки одной ноге, крутит одной ноге одной 33 ноге? Раза. Это 33 очень сложно. Раза? Да, без остановки. Я вам могу показать сейчас тур. Это тур, это поворот одной ноги с я, наверное, остановками. Сам, ребята, попробую. Давайте я вам покажу. Делается тур. Ну, конечно, это нужно подготовиться. Угу. Посмотрите, пожалуйста. И раз. Один тур. Угу. И два. Второй тур. Это нужно крутить без остановки. А как переводится тур? Тур – это поворот. Поворот. Тур. Поворот. Попробуйте, тур. Пожалуйста. Ноги в сторону. Ногу в я сторону. Я вам чисто, не так вот, чисто классически показываю, да? Чисто по-простому. Посмотрите. Находите точку. Точку. Делайте, я нашел точку, я да, вижу. И в эту же крутить головой этой же точки останавливать. Смотрите. Раз, два.
Так, теперь моя очередь. Давайте. Раз. Раз, два. Аплодисменты. Еще раз. Я могу, да, синхронно сделать. Посмотрите, сделаем без, ну, с паузами, только остановками. Да, посмотрите вот так. Раз, два. Раз, два. И сколько мы должны раз, сделать? Два. Хотя бы три раза. Три раза. Ну, а, вы давай. Готовы? Это я готов. Это делают больших балетах, классических балетах, на спектаклях. Вот такие туры. Поехали. И раз, два. Опа. Хлопайте, хлопайте. Раз, два, три. Молодцы. А еще что ли? Я думал, четвертый. А сейчас сами делайте. Нет, я думаю, достаточно. Или вы хотите, чтобы я сделал? Ну, давайте, все, я готов. Давайте сами, давайте. У нас есть еще время. И раз, два. Вот, раз, два. О, господи, о, господи. Раз, два. Раз, и еще пятый. Все, головокружение начинается у меня. У вас нормально? Все нормально с координацией. Просто я не выспался. Прямо... После массажа я могу целый, без остановки целый час делать. А также вы до эфира нам отправили очень много фотографий, где вы были, где? В Баку. А, в Баку я ездил в Ганже, на Фталане отдыхал, там я в нефтяной ванне купался, да? Ого, там. Как вам везет. И в Баку я был, Исламская Олимпиада там. Там вообще второй Дубай, там вообще красота. Я улетел, когда здесь было снег, я отдыхал еще. Я был в Москве, потом я в Баку прилетел. И вообще там зелень, расцвет, цветы, запах цветов. Там такие гостеприимные народы, азербайджанцы живут, они, у них тюркские группы языков, когда они знают тоже бирики, иштебес, да, у них деньги манас, у них очень много баранины. Также наши много... телезрители могут увидеть, да, как вы путешествуете. Это вот фотографии в Москве, когда я уже улетал, это уже Баку. Баку там как вот Дубай, там очень хорошая и старинная архитектура, и современный дизайнер архитектура, и Исламская Олимпиада, сейчас там 54 стран мира приехало, международный аэропорт имени Гейдара Алиева, такой шикарный международный аэропорт, и всех вот этих спортсменов встречают, и открытие было шикарным в таком стадионе. Потом я оттуда ездил в Тбилиси, Тбилиси вообще свободная страна, там и на русском можете говорить, и на ларе. А что вы там делали? Я просто путешествовал, я сейчас просто в свободном полете. То есть не выступали, вы отдыхали, получается? Я просто отдыхал, я там у своих друзей? Да. У своих друзей, да. В прошлом году я тоже так же, я очень много езжу, в прошлом году я ездил в Кыргызстан, где вот эти были игры кочевых народов. Там тоже было открытие, закрытие. Там все вот тюркские народы там ездят, и свои танцы, песни, свои хороводы, спортивные вот соревнования показывают. И вот так ездить по всему миру. Я скоро тоже после наших национальных праздников поеду тоже путешествовать. Ну, пока это секрет. Угу. Я хочу тоже, я в основном восточные страны, в европейских странах я был. Недавно вот даже, когда я сюда прилетел, я уже объездил по улусам, ездил на путешествие, гулять, отдыхать, Ленинские столбы. Там вообще очень красота такая. Вас не остановить, оказывается, Афанасий. Я всех приглашаю тоже вот. Очень много. Скоро я буду в июле, здесь будет корейскими работать, артистами. Они приедут и открывают танцевальный лагерь из Южной Кореи. Специально. Танцевальный лагерь. Да, танцевальный лагерь. Там приглашаю всех. Это где будет у нас? Это в городе Якутске. Угу, да. И там все реклама все идет. Вообще, вот я двигаюсь, у меня скоро следующий год будет юбилей. Я до этого я готовлюсь, двигаюсь, езжу, смотрю. Афанасий специально разные, говорит, чтобы я не задал вопрос. А да. Сколько исполнилось-то, Афанасий? Мне будет в октябре... То есть исполнится? Мне следующий год будет 55. 55? Да. Я такой, не такой старый. И поэтому я езжу, смотрю и призываю своих земляков, своих вот якутян, молодежь ездит, конечно, на свои вот эти... Ленинские... А лагерь с какого, получается, числа? Лагерь открывается с 11 июля по 17 июля. Не июня, а в июле. А, 11 июля? Начинается 11 июля, ага, и заканчивается 17 июля. Июля. Получается 6, 7 дней, да. 6 дней. 6 а специально профессиональные артисты приезжают, танцоры, и они тоже поют. Также к нам прилетел кто? Вы все-таки его не привели сюда, да, на наш эфир? К сожалению, вот в Национальном театре танца, где я вот, где работаю, и прилетел профессор, балетмейстер, заслуженный деятель Российской Федерации, Скофтун, такой есть балетмейстер, который создавал и очень много балетов «Лебединого озера», там в Казани работал, он в Магадане работал. И вот Якутии первый раз, он, к сожалению, сейчас
у него идут репетиции, он уже улетает уже... 9 числа, да, 9 числа улетает, и, к сожалению, он не приехал. И у него будет премьера здесь, в Национальном театре танцев, в ноябре, «Дети белого солнца». Он ставит спектакль. Я тоже вот в ноябре здесь буду, и вместе будем смотреть. Я вас приглашаю, кстати, и зрителей тоже. Обязательно мы придем, Афанасий. Да. Вас никак не остановить. Да, конечно. Когда вот ездишь, да, очень много... Я разных... хотел спросить, да. Извините, я перебью, да, Афанасий? Ваши ботинки, обувь. Да. Я ботинки купил специально для флешмов, специально для танцевальных выступлений. Я, потому что я где купили, вот интересно? Я купил в Баку. В Баку? Да. Ну, вы настоящий, да. Настоящий профессионал своего дела. Если танцор, если профессиональный, обувь должен быть я очень вам культурным. Сценическо-культурным. А, извините, а сколько стоит такая обувь? Это по нашему, наверное, по русским рублям, российским рублям, это где-то 15 тысяч рублей. Точно? Да. Хорошо. Есть чек, есть там. А плохо, что ли? Нет, мне очень нравится. Я тоже хочу такие же ботинки. Да, поздравляю. В следующий раз. Ну и, конечно же, нашим телезрителям вы, наверное, хотели бы сказать пожелание. Конечно, только коротко. Да, я давно не был в телестудии НВК «Саха», вот у вас в гостях. Я желаю, чтобы лето у нас было, наше вот такое вот жаркое лето, чтобы было. Все наши национальные праздники, все наши здоровья, все наши позитивы, зарядки, движения пошли для нашим вот землякам в шикарном, высоком уровне. Большое спасибо. Ну что, дорогие телезрители, вы смотрели «Летний эфир». Всего доброго. До скорой встречи.